День всех влюбленных или День Святого Валентина существует уже более 1500 лет. О самом Валентине, имя которого носит праздник, известно совсем немного. И эту информацию члены клуба «Молодая семья» донесли до своих сверстников в полном объеме. Мы хотим кратко рассказать об истории этого праздника, как праздник в других странах, в частности у нас. И у нас по программе идет небольшая конкурсная программа, где соревнуются 4 пары, то есть 4 рыцаря и 4 дамы. Если у человека есть сердце, то он способен любить. А это значит, что рано или поздно он найдет свою вторую половинку. Потому День Святого Валентина – праздник для каждого. Так считает и глава города Кузнецка Валентина Майорова. Я вам всем желаю, что ваше сердце посетило любовь и не на один день, и не на один час, а надолго и долго, на всю оставшуюся жизнь. Так что с днем влюбленных, счастья, здоровья, удачи и хороших, надежных семей в будущем. Что такое любовь, никто не сможет ответить верно на этот вопрос. Но что бы там ни говорили, она точно есть. Ведь к этому чувству стремится каждый человек, пусть даже неосознанно. И будь то православный, католический или государственный праздник, слова любви нужно говорить постоянно. С такими мыслями обратился к студентам протоиерей Сергий Сидоров. Вы еще действительно являетесь людьми чистыми и открытыми. Вот я бы пожелал вам, чтобы вот эта чистота, честность, открытость была всегда. Когда появляется вот частица лжи, то любовь там уже начинает умирать. Поэтому дайте Бог, чтобы в ваших сердцах любовь всегда была. Благодаря вашей чистоте. В этот день для студентов Кузнецкого колледжа электронной техники членами клуба «Молодая семья» была подготовлена обширная программа. От бальных до зажигательных восточных танцев и от романтических песен до песен в стиле рэп. В этот праздник на сцене образовательного учреждения были также подведены и итоги конкурса «Мистер Колледж». Титова Дмитрия. Спасибо. Мне он очень нравится как певец. Он исполняет песни типа рэп неплохо и танцует брейк-танцы отлично. Какой же праздник любви без рыцарских поединков? 4 пары смогли доказать свои чувства в различных шуточных конкурсах, которые оценивало строгое жюри. В результате лучшими стали Тимур Бичурин, Регина Баишева, Татьяна Баженова и Евгений Трофимов.